айтыңыз біз қойды. Турниріміздің келесі жекпе-жегі ең жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in flyweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. He is 29 years old. His professional record 3 wins, 1 loss. Stands 171 centimeters tall. His weight 55 kilograms. Fighting out of Атырау, Қазақстан, ханымдар мен мырзалар, қарсы салыңыздар. Бердібек Сиражов. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұршағы. His opponent fighting out of the red corner. He is 28 years old. His professional record 4 wins, 2 losses. Stands 175 centimeters tall. His weight 55 kilograms. Fighting out of Sikkim, India. Vishal Sahu. Рефери Вюсал Байрамов. Listen to me all time. When I say stop, you stop. Touch gloves. Good luck. Мне вообще сложилось такое ощущение, как будто бы Сираж бьется дома. Весь стадион, когда объявляли его, вдруг взорвался. Хотя есть и сектор, который поддерживает Бишала Саху. Да. Будет просто интересно посмотреть, как будет. Главное ощущение перед этим боем, это главное чувство, это любопытство. Любопытно посмотреть, что будет происходить. Да, и сразу, да, раздергивает. Сиражев начал, да, так активно поджимает. Ох, и middle kick такой. Прочувствовал его Саху. Китайский такой middle kick, прям под локоть. Очень жесткий, неприятный, можно так сказать. Ох, хай-кик, блок. Пока что все видит Саху. Неплохо отзащищался. Но опять практически нет выборочных ударов в исполнении индуса. Да, и такой... Опять middle kick. Сираж дистанцию свою нашел, вот так спокойно будет работать. Обстреливает, да, в ударной технике. Дистанцию хорошо держит, чувствует. И первый хайкик, первую попытку от Саху. Опять блок. Хайкик тут почти долетел до цели. Просто не такой акцентированный получился удар. Раскачивает Сиражев. Постоянно двигается Сиражев. При этом все-таки именно он работает первым номером. Опять middle kick от него. Да, и они имеют накопительный эффект, да, такой. Хоть и в блок попадают, но руки-то подзабиваются. Давит Сиражев. Попытка, да, такая, с разворота. Очень интересно. Саху, казалось бы, чемпион Индии по грэпплингу. Мне казалось, что он сейчас сразу попытается воспользоваться этим моментом. Ну, скорее всего, не может просто найти вот, этот вход, чтобы попробовать перевести. Либо сам не торопится, хочет посмотреть более арсенал своего соперника. Ох, а тут и капуэра мы чуть-чуть видели. В ответ тоже... Бой с тенью такой, да? Пока что очень мало точных ударов мы с тобой видим, да, Дидар? Пытается комбинироваться тоже. Вот этот Сиражев разряжается. Да. И тоже попадается на удушку. Стой, ну что? Нет. О, колено в корпус. Еще одно колено. Просто убегает Саху. Улыбка появляется на его лице. При этом хайкик, но опять в блок. Ну, пока что мне нравится Сиражу, да? И показывает... Навыки и в партере есть неплохие. Просто не смог додавить, да, чуть-чуть. Еще одна достал, попытка. Достал. Замечу по ней. Ну, видишь. О, да, а тут и лоу-кик такой. Размен. Неплохой. Ну, точно не в пользу индийца. Да, и видим рассечение у Сиражева. Скорее всего. И пропустил. Пропустил справа. Ну, короткий все-таки. Но все-таки попадание в челюсть есть. Так. Подсказывает угол, что нужно без разворота, но в печень. Кровь, кстати, выступила. Да, вот сечка, только хотел об этом сказать. Наверное, в одном из попыток разворота, может, как-то попал с локтя в затылок. Ох, тут такой футбольный а-ля пинок.
И будет ли перевод сейчас? Увидим ли мы перевод от Саху? Увидим ли индийский грэплинг? Колено в голову такое короткое. Ох, и... Гильотину. Закрывает триэнгл, да. Ох, и такой слэм от Саху. Закрывает гард. Сиражев чувствует себя в безопасности. Попытает Саху поработать из этого положения, но... И как легко встал, как легко встал. Что? Сиражев, да? Я не знаю, может показывать, что в пах ногой ткнул. А. Сиражев, когда вставал, делал свип. Я говорю, что проблем здесь нет. Реф. Ох, мидл. Ты замедлился, Саху. Да, чуть-чуть, наверное, вот эти мидл-кики в корпус. И здесь еще будет ли гильотина? Нет. Ну, в принципе, еще через руку делает. Тяжело задушить через руку. Работа в клинче. И 30 секунд у нас остается до окончания первого раунда. Ох, и плечо а-ля Конор Макгрегор. Пытается развернуться. Перегул. Ох, и перевод. Сиражев. Оказывается, сверху. Перевод. И гард восстанавливает сразу же Саху. Он должен поработать и снизу. Да, очень высоко держит он гард. Здесь локти пошли такие коротенькие, неудобненькие. Крайне неприятные, но именно так и закончится первый раунд этого поединка. Как-то особо не верится, признаться, что... Да, статистика такая. Такое дело, цифры. Не всегда отражают реальное положение дел. Как это часто мы слышим в спорте. Конечно. Вторая пятиминутка. Это не Сиражев. Не футбол. И в футболе это тоже. Это не тот показатель. Счет есть счет. Счет да. Не, цифры не изменить. Поэтому... Сейчас мы смотрим ММА. Ну что, Сиражев вознамерился, видимо, поработать на руках. Нет, ох, и лоу-кик такой, да, хороший. В ответ. Вот Бешало не заставил себя ждать. Меняет стойку. Да, я думаю, получил установки от угла. О, еще один такой жесткий лоу-кик. И видно, дискомфорт они уже приносят. И Саху по лицу. Посмотрите, тоненькие ножки. О, и очень медленные удары, кстати. Для такой весовой категории очень Саху медленно бьет. Он уже заметился в рамках первой пятиминутки. Она двигается. О, Сиражев. Еще раз вот такой в корпус удар, мидл-кик. И Саху попытался, да, двойкой попасть. Оверхенд по воздуху. Какая-то суета непонятная в центре возникла. Фронт-кик, но при этом проходит право-прямой от Саху в ответ. Да, вот нестандартная техника от Саху. И не знаешь, как прицелиться даже по нему попасть. О. Начинаешь с рук, а дальше добавляешь уже ноги. Подсказывает угловой Сиражу. Да, Саху опять полез. Не то чтобы сквозь блок, а просто-напросто зацепил руку. Да, подавливает, ну, пока что из двух спортсменов никто не наносит удары, никаких действий. Да, финты. Нужно и работать. О. Ох, и тут корявый такой свинг справа от Сиражева. Зажимает у сетки Саху. Да, будет ли перевод от Саху, увидим ли. Мне все интересно, индийский грэплинг посмотреть. Главная интрига этого боя. Да, будет ли грэплинг. Пока что, да, даже в борьбе ничего не получается у Саху. Сейчас чуть не накрылся. Ну вот он шанс, учитывая, что первый раунд, скорее всего, ушел в пользу бойца из Атрал. Все эти регалии Саху подсказывают нам, что если, опять же, бой перейдет в другую плоскость, партер на нулевой этаж, то там будет куда интереснее. С точки зрения Индии, колени, какие-то непонятные размены, вновь нет там точных попаданий, просто попытка продемонстрировать активность. Сиражев, вот она, еще одна попытка. Сам себя переводит Сиражев, можно так сказать, да? В таком положении, не очень удобном он находится. И высвобождается Саху.
Да, ну а сейчас будет, сетка, будет нельзя, ли попытка рычаг локтя? Сиражев в третий раз уже в этом поединке пытался выйти здесь. Не очень понятно. Просто исходя из ракурса происходит. Да, рефери дает устное замечание, что пальцами нельзя цепляться за клетку. Отталкиваться можно, но цепляться нельзя. Ох, и тут такой откик. Интересно, да, руками по бедрам от Сахо. Сушки отсушивает, бывает же, как в школе, бывало же такое. На. Ну не по бедрам. Да, да, по бедрам. Ну, бывало, может, ты по бедрам пробивал. Чтобы синяков не было видно. А тут и хаммерфист. Ох, и в корпус. Надо пользоваться вот этими своими длинными рычагами Сахо в этой позиции. Ох, и тут на. Смотри, как перекрывает Сахо. Да, нужно и проходить сквозь оборону. И чуть спину. И отдает, отдает спину. Интересный такой свип, да, переход мы посмотрели от Сиравила. Ну все, пока что индийский грэпплинг не работает. Ну да, Сахо и Сиравил может закончить этот поединок прямо сейчас. Сахо заваливается, Сиравил пересел, улучшил позицию, Сахо растягивает. И будет ли сдача? Уснул, уснул, да, уснул да, Сахо. Да, это победа Сиравила. И увидели мы казахский грэпплинг. Сиравил.